Всем привет, с вами Михаил. И сегодня мы поговорим про универсальное сетевое зарядное устройство фирмы Хока, модель C12 на 2,4 ампера. Данное зарядное устройство я заказал с сайта AliExpress. Его цена на данный момент 340 рублей. Зарядное устройство поставляется вот в такой замечательной фирменной коробочке. Кстати, проверить продукцию фирмы Хока на оригинальность можно, оттерев QR-код. В комплекте это очень хорошо, идет адаптер на 2 USB и кабель с USB на microUSB. Какой-либо инструкции я не наблюдаю, как и в прошлом моем видео про автомобильное зарядное устройство этой же фирмы Хока. Адаптер изготовлен из ABS пластика с алюминиевой окантовкой, которая смотрится очень даже круто. На лицевой стороне располагается надпись «AS обратно технические характеристики», которые нам намекают, что каждый USB порт выдает 5 вольт и 2,4 ампера, что, конечно, в наше время очень круто. С помощью такого зарядника все гаджеты будут махом заряжаться, муха не успеет пролететь. А теперь немножечко поговорим о кабеле. Он очень эластичен и в то же время внушает доверие долгой работы. Структура кабеля не гладкая, имеются полоски, что по тактильным ощущениям очень приятно, да и вообще очень круто смотрится. Отгрызанному яблоку, по моему мнению, еще расти и расти до таких кабелей. Если вдруг вам не нужен кабель с microUSB, то можете выбрать с Lightning или с Type-C. Все ссылочки будут в описании. Друзья, не собрать бы вам, но мне фирма Хока начинает нравиться. Они производят много разных устройств, и о них я постараюсь рассказать вам в моих следующих видео. А для тех, кто уже захотел приобрести универсальное сетевое зарядное устройство Хока C12 аж на 2,4 ампера, под видео оставлю ссылку, а также на кэшбэк-сервис, который позволит вам еще немножечко сэкономить. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Подписывайтесь на мой канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. Ну а я с вами прощаюсь, до новых встреч, пока!